едем домой. Ура! Очередная экскурсия по району с автозаводского района Переход Ленинский. Это вы видите переход, там автозавод, здесь Ленинский район. Вот это парк Дубки. И начинается, нет, уже продолжается проспект Ленина. Это нижегородские маршрутки, это нижегородские машинки. А это парк, еще раз говорю, для тех, кто не слышал, парк Дубки. Вон там располагается клиника Садко, при том, что дороговатая клиника. Сейчас мы проезжаем бывший Вика. Вот там Вика, у меня внучка моя, кто не знает, это моя внучка. Пока ждем светофор, мы не нарушаем правила дорожного движения. Но едем, едем с удовольствием. Проезжаем бывший дом обуви. Он был большой, но, естественно, сейчас здесь множество магазинов, как видите, зоомагазин, обувь, аксессуары Монро. Дальше вы видите жилой комплекс на проспекте Ленина. Большие благоустроенные квартиры, но годов 80-х подстройки. С этой стороны сейчас мы будем проезжать. А кто слушает? Нет, бывший пенсионный фонд Ленинского района. А теперь 33-я больница, где работала. Ну вот видите, вы ее не можете видеть, потому что здесь забор переделывают метро. Хотя вон она, где работала самая... Какая медсестра? Ну вы сами знаете, какая медсестра. Это можно прочесть в моих комментариях. Едем дальше. А вот это вот стоит впереди здание администрации Ленинского района. Там памятник Владимиру Ильичу Ленина. Вы сами знаете, как он нам завещал. Учиться, учиться и еще раз учиться. Едем дальше. Еще немножко, и моя экскурсия по Ленинскому району подойдет к окончанию, потому что скоро я уже буду практически дома. Это магазин «Энергия». Когда-то здесь можно было купить все, но по великому блату. Сейчас, пожалуйста, лишь бы были деньги. Ну, вы видите, еще множество магазинов. Вон там располагается «Муравей». Вот здесь вкусная точка, выстроенная вновь. А вон там бывший кинотеатр «Россия». Но почему-то он, по-моему, сейчас совсем не действует. Не мешайте мне проводить экскурсию. Не работает вот такое огромное здание. Вот такое огромное здание, но, к сожалению. А вот тут меня везут, но я не покажу, везут. А вот это тоже все магазины. И, в общем, я скоро буду дома. Всех обняла, пока-пока, чмоки-чмоки. Ваша Наташа. Моя экскурсия, к сожалению, подходит к концу.